нас задача децентрализованная биржа. Ну, сначала как работает биржа. У нас был до этого проект, то есть у нас был там централизованная и децентрализованная. То есть вот у нас есть участники биржи, клиенты, и они подают заявки на покупку и на продажу. Ну вот, например, клиент, который на покупку, вот, он подает заявку, и она сразу записывается в централизованную биржу, в книгу заявок, и в смарт-контракт в децентрализованном реестре. И туда в смарт-контракт, да, доносится депозит. Депозит — это цена, умноженная на количество токенов там, или ну, чего он хочет купить или продать. Так. Ну да, централизованная биржа нужна для того, чтобы увеличить скорость мэтчинга. То есть мэтчинг — это тогда, когда с одной стороны и с другой стороны находятся ну, соответствующие заявки, и они мэтчатся, схлопываются. И тогда происходит функция exchange, и в смарт-контракте происходит эта сделка. Мы решили заменить децентрализованную биржу на платформу Fluence. Да. Почему же? Изменилось. Fluence — это децентрализованная система, и она более надежна. То есть у вас стакан вы во Fluence, да? Да, стакан во Fluence. А мэтчинг, он также остался в контрактах, да? Мэтчинг во Fluence происходит, но когда происходит мэтчинг, ну вот во Fluence, да, или централизованная раньше биржа была, происходит функция exchange, и, соответственно, в смарт-контракте происходит обмен валют. А вот кто производит запись, ну, вызов смарт-контракта? Когда вот во Fluence вот в стакане самом находится соответствующий валютный происходит. То есть сервер из Confluence. Он, да? То есть у него есть приватные ключи на то, чтобы произвести. А что будет, если я хочу, чтобы мою заявку никто не увидел? Нет, это публичные они. Нет, это публично, да. То есть, стаканы публичные. Давайте, наверное, сначала презентация, а потом вопрос. Так. Ну вот как работает смарт-контракт, какие у него функции есть. То есть это он может записать сам ордер, сделать функцию exchange. Ну и если регулятор какой-нибудь запросит адрес клиента, чтобы проверить его ID ордеров, ну, чтобы он мог выглядеть этому регулятору. Ну, вот как выглядит сам стакан, то есть вот заявки, вот мэтчи. Ну, тут менять заявку невозможно, если уже смычились заявки. Можно отменить тогда, когда еще то есть, не нашлась валютная пара, ее можно отменить. И тогда вот депозит возвращается обратно к участнику. Ну вот депозит надо передать во Fluence тому, кто владеет приватным ключом. Не-не-не, мы депозит вносим в децентрализованный реестр, когда клиент подает заявку. Он подал заявку, он должен внести депозит. Контракт. Мне кажется, там дальше вопрос, может. Ага. Погоди, мы можем только эфир менять или? Нет. Почему? Любую валюту. А как мы доллары туда засовываем? Ну, про доллары еще. Ну только криптовалюта. Ребята, есть предложение закончить. Конца. Да. Оставить. Ну да, причем проблема — это быстро дешевый мечи в децентрализованной системе. Проблема децентрализованной биржи, когда нельзя идентифицировать каждого пользователя. Ну то есть вот на платформе эфире, например, мы не можем идентифицировать, а в принципе у нас есть такая функция, чтобы можно было идентифицировать пользователя. Ну и проблема нечестного мэтчинга централизованной системы. Ну, то есть это так, примерно будет биржа. Ну и все. Как это все? Да, что получилось сделать на Fluence в итоге? Что вообще в этом вот из этого? Ну, на Fluence ничего. Мы смогли написать функцию на Rust, которая сортирует заявки на покупку и продажу.
Это достижение. Я наука не принимаю, ты даешь какой-то результат? Но она только сортируется. Ну, у себя в памяти. Да. И вы это успели залить, например, скомпилировать? Нет, например. Фронтенд тоже не писали. Фронтенд тоже не успели. Слушай, а можно в трех словах, чем вам централизованная биржа не нравится, почему она должна быть централизованной? Ну то, что, блин, все это под контролем, блин, под колпаком. То есть она полностью честная. Да. Да. Окей. А как биток на эфир менять? Да блин, так, значит, ну, это только эти AtomicSwap может быть. Но да, здесь токены на токены. Окей. Такие вопросы лично можно обсудить, потом. Не, просто эта задача такая нетривиальная и прям нужная. Вот, то есть все... У нас по времени все плохо, поэтому давайте поаплодируем. Ага.